У галереї «Фарт» нині частина української і світової історії, а за кожним кадром – чиясь особиста історія, чиєсь життя чи загибель. Автор світлин Олександр Гляділов 3 тижні провів із батальйоном «Донбас», розділив з ними війну. Про кожного бійця на фотокартках може розповідати чимало, бо на кожній – герой, товариш, брат. У мене за спиною фотографія усталого бійця батальйону в Донбасі. Це Олексій Мороз, мій друг, він взагалі-то житель Донецька. Він із Донецька вийшов родину захищати. Ну, він пише «Слава Україні», позивний банк. Він погиб при прориві із Іловайська. От це бойова машина безводної роти ВСУ, но она была составлена из экипажей 17-й бригады, которая в Кривом Роге базируется, верно? И стрелков 93-й, тоже Днепропетровская область. Вот. Механик-водитель был ранен, жив, а лейтенант, который на заднем плане, он погиб в Іловайську в засаде. Не лише на світлинах наші земляки, сам митець Криворіжець. Саме в нашому місті навчався у 62-й школі. І серед поціновувачів творчості ми зустріли однокласника та давнього товариша фотомайстра. Ми не так много знаємо о происходящих событиях, настільки близько, наскільки глядів, видів це своїми глазами. Ну, скажімо, фотографии шокирующие. Хотелось бы, конечно, чтобы экспозиции эти были чаще и как можно больше людей их видели. Знімки особливо розбурхали емоції тих, для кого події на фотографіях – частина них самих. Видишь эти фотографии, сразу вспоминаешь, что было там. Вспоминаешь боль, смерть друзей. Хорошо, что есть такие фотографии, что люди, которые не знают этого, дай бог им не узнать это, что видят хорошо, что проникаются. Я сама из Донецка, и перед тем, как попасть в Кривой Рог, еще жила в Харькове, и очень тяжело переживала и события на Майдане, естественно, события, которые происходили с моим родным городом. И у меня такое ощущение, что это все происходило каких-то 20 лет назад. Как будто я прожила 5 жизней, как будто это музей, в котором детям рассказывают, показывают про войну, которая была, которая уже давно закончилась. Конечно, ничего не закончилось. Конечно, кадры поднимают какие-то впечатления, какие-то свежие эмоции из души. Но вот первое ощущение было действительно, что все уже закончилось. Многие фотографии, которые касаются непосредственно Майдана, они мне очень близки и знакомы, потому что как бы я там находился. Вот. Конечно, не каждая фотография передает конкретно свою суть того, что происходило в том или ином месте. Вот. Но, тем не менее, общая картина складывается очень даже правильно. Я был в районе Іловайська, был в селе Ясикова, здесь видны эти фотографии. Я знаю эти все улицы, я знаю об этих событиях. Конечно, для меня это слишком, наверное, близко. Более того, я постоянно езжу в Донецкую область. Бываю в этих местах, знаю, что было тогда, как это, что было до этого, что было тогда и как оно изменялось сейчас. Люди должны знать, что там происходит. Виставка триватиме до 6 грудня. Кому не байдуже, що відбувається в країні, хто вважає себе патріотом, радимо переглянути світлини, що справді пробирає до самого серця.